Здравия желаю, товарищи, на связи офицер. В данном видеоролике относительно плюс-минус постараюсь вкратце рассказать про боевую легендарную машину War Thunder, которую мы ждали 8, да каких 8, почти 10 лет War Thunder. Су-25 Грач. Ха, so ist es richtig. Flieht, ihr Angsthasen. Ihr werdet niemals siegen. Niemand kann sich der deutschen Macht entgegen... I got it! На связи, как говорится, я, офицер СОС, лайк, подписка, колокольчик, а я начинаю. И перед началом данного видеоролика хотел бы порекомендовать наш полк Су-25. Если ли вы любители грача, как и я, отлетали больше 1000 боевых вылетов, сколько? То данный полк идеально для вас подойдет. Да ты шо? Мало того, что это хороший клантек, который сразу видно, что вы литый на Су-25 и ценитель прекрасного самолета, так вы еще найдете множество новых знакомств. Ах ты, сын. Больше подробностей, как говорится, в нашем дискорд-сервере. Группа Тундра, ждем тебя, товарищ. И сначала давайте пройдемся по базе. Описание боевой машины по его карточке. Боевой рейтинг 10.0. Изначально, когда машину вводили в игру, боевой рейтинг был 9.3. Довольно вкусный и привлекательный. Но уже к вечеру обновления разработчики повышают боевой рейтинг на 9.7. И они это обосновывают тем, что машина по ошибке оказалась на 9.3. Когда мы прекрасно понимаем, что машину изначально отправили только ради одного на 9.7. Чтобы она... шла вместе с Турмсом, чтобы вы покупали эти машины вместе и играли на одном и том же Берри. Что стало, кстати, в дальнейшем будущем, ближе к нашему времени. Су-25 необоснованно подняли боевой рейтинг на 10.0. Это не БР грача. Отлетал я 1800 боев. И могу точно это сказать. БР грача 9.7. Ни высокий, ни низкий. Но нет, у разработчиков, видимо, другое видение игры и все в этом духе. В прошлом, когда разработчики обновляли боевые рейтинги, не Турмс подняли на 10.0, а грач оставался на 9.7, они обновляют БР, где грачу просто поднимать незаконно БР. А правда это тем, что машина будет лучше жить. Что за бред? Тут, знаете, это что-то верится на разряде РПУ. Как машина может лучше жить? Наравне с А10, Су-25. Вы просто подняли 10.0. Грач не имеет никаких ночных приборов видения. Грач не имеет нормальной оптики до штурмовки. Это самолет относительно ближнего штурма, а не дальнего либо среднего дистанции. У него есть, конечно, хорошая ракета, но вы не сможете ими воспользоваться. Вы не увидите цель. Вот у вас такой зум, как сам Буянников обсуждал, послушайте. Тоже хочется сказать, что вот этот вот вид, многие говорят, что же, почему же здесь такая вот такая небольшая, почему же зума нет, да, что же такое? На самом деле, вот этот вид, это индикация вот этого, это имитация вот этого вида. То есть это просто летчик прильнул к стеклу прицела, и вот это вот, то, что он здесь видит, вот это вот перемещение креста. Я сузил глаза. Это просто перемещение этой прицельной марки, поэтому никакого фола там быть не может. Да. И вы при всех данных обстоятельствах подняли все-таки БР Су-25. И на данный момент Су-25 находится, как по моему мнению, не на законном боевом рейтинге 10.0. Его боевой рейтинг 9.7. И да, многие спросят, а чем отличается Су-25К от Су-25 обычного из ветки исследований? Да ничем, просто то чешский, а это советский. У премиумного ЛТЦ меньше, у машины, которая из ветки исследования, больше. Все. Так вот, продолжим. Подвесное вооружение грача просто прекрасно, великолепно и чудесно. Начиная от неуправляемых ракет С-8 и заканчиваем ракетами Х-29Л. Если вкратце, какие ракеты тут заранее самые топовые, с которыми я советую играть? Запомните, С-25О. Потому что если вы попадете рядом с танком, который относительно бронированный, он отлетит. Если вы попадете прямым попаданием в два танка, которые вместе стоят, вы их уничтожите одной ракетой. Эта ракета, тут не нужно вот это, много времени, чтобы прицелиться, рассмотреть. Просто вот долбиться в монитор, не надо. Увидели пиксель, пустили. Видишь, сука? Пиксель. Нет. И я не вижу. А он есть.
Все, цель уничтожена. Есть, конечно, и другие ракеты, но с ними уже будут проблемы. А с С-25О машина также легка, также не теряет свой боевой функционал и вполне идеально. Если посмотреть на ракеты воздух-воздух, то тут советую брать R-60. Ну, без меня, знаете почему? Лично я, чтобы нормально быстро прокачивать какие-то новые самолеты на Су-25, который у меня есть ветки исследования, вы, если что, на Су-25К тоже можно сделать такие подвесные, попробовать поиграть. Делаю вот такое уникальное подвесное вооружение. Ракеты R-60, 2 блока С-8, 4 напалма и 2 блока ГШ-23, чтобы оставить, как говорится, до воздушных баталий, либо штурмовки наземки, в плане ботов, доты, все в этом духе. С-8 то же самое, я их оставляю, чтобы крабить дотики, ПВО и все в этом духе. Ты ебать это раскатал, я хуй. Не хрюкало, как вылазяю. Ты тоже ебаный лохматый. Очки лишними не будут, а напалм нужен, чтобы уничтожать вражеские базы. А что касаемо максимальной скорости Су-25, которая написана в карточке. В карточке у нас написана максимальная разрешенная скорость 979 км в час. И да, в зависимости от прокачки вашего Су-25. Когда уже на War Thunder ведь пишут 1000 км максимальную скорость, когда у вас на 1300-1050 будут рваться крылья. Да, на удивление, короче, можно разогнать такую скорость, но крылья будут рваться просто моменталочкой. Так что, слушайте, лучше не превышать скорость, и все будет хорошо. Грузовое вооружение у нас 30-миллиметровая пушка ГШ-32. Что такое 2? Это две спаренных пушки по калибрам 30 мм, если что. Боезапас у нас не такой богатый, как у А10, 500 боеприпасов, но тоже хороший, 250 патронов, что вполне адекватно позволит нам отыгрывать. Что касаемо ЛТЦ, средств противодействия, так у нас количество 256 зарядов. Это вполне хватает, чтобы нормально отыграть. Благодаря своей скорости и такой относительно хорошей маневренности и якобы живучести, мы можем стабильно облетать вражеские, так скажем, ПАМы наземной бронетехники в совместно танковых боях и относительно стабильно уничтожать зенитки. Но не забывайте, что вы тоже легкая цель. Да такой бронетехники, как Гепард 1А2, Бегля, у которого вообще радиозрыватель надо отобрать, по моему мнению, Азелот, который надо тоже с ним что-то делать. И моя любимая, любимица, Лафаде. Если эта машина топовая, вы от ее ракет не уйдете. Хоть по идее должна откидывать ЛТЦ. У вас преимущество по скорости, вы ломаете траекторию, но по барабану абсолютно. Эти ракеты будут идти к цели. Им по барабану на усиленный ЛТЦ. Им по барабану на вашу маневренность и все в этом духе скорость. Так что тут нужно очень громадно, аккуратно отыгрывать, по большей части на скорости. Высоту лучше вообще не набирать, рядом с поля боя. Если вы летите на 5 километров, по вам Лафаде, Азелот уже пускают ракеты. Меня вот это, кстати, раздражает. Просто пускают, не знаю кто, ракет, и долетают ведь, и сбивают. И даже когда вы переживаете ракеты, то вроде все хорошо, вы летите, но вы не можете управлять. Открываете рентген. У вас нет рулей управления. Самолет почти целый, а рулей нету. Либо в последнее время Азелот и Лафаде стабильно уничтожают, как говорится, хвостовое оперение грача. А ведь вспомните раньше. Раньше грач стабильно жил, танковал, ему было по барабану, но вас писали в чат, бомбили и все в этом духе, либо вы видели свидетелем. Но теперь грач не живет, потому что после повышения боевого рейтинга ему сократили живучесть, так скажем, РПУ срезали. И все, чтобы западные игроки не ныли, не плакали на Reddit, на форуме или еще там где-то под комментариями, я не знаю где. Разработчики просто взяли, уменьшили живучесть и сделали такую тему, что при малейшем попадании в Су-25 такими ракетами, как Азелот либо Лафаде, у Су-25 полностью уходит из строя рули управления, после чего самолет каким-то макаром опрокидывается и летит в земле. Выровнять данную машину нельзя, движками нельзя тоже управлять. И все, вы прокинулись, летите там минут 2 от силы 3, и у вас топливное голодание. Все, топлива нет, вы падаете на землю. Фраг Су-25 засчитывается Лафаде, который пустила ракету, по-моему, с 5 километров. И пока вы долетели на поле боя, это предположительно 4 либо 3 километра, и она вас стабильно убивает. Это было все сделано, сокращение живучести грача, чтобы данная машина не имбовала, не переживала много попаданий и не было дисбалансной. А с другой стороны, западные игроки просто ныли на Reddit и форуме. Вот и все.
А на этом все, товарищи. Как говорится, спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, что вы думаете по поводу моего обзора, моих слов и все в этом духе сказано. Удачи на полях сражений, летуны, и прибудет с вами сила 125. На связи был офицер.